Всем привет, друзья, с вами Эрнест, а я продолжаю играть на Arizona RP Saint Rose. А спонсор данного ролика — продавец виртов Дмитрий Боков. Дешевые цены, гарантия, качество. У него можно купить виртуальную валюту на таких проектах, как Advance RP и Arizona RP. В будущем также на других серверах. Присутствует скупка виртов, технология перевода по желанию покупателя. Ссылочка будет в описании. Значит, купила себе бизнес. Вы сейчас можете увидеть отрывок записи, где я его покупал. На тот момент я звук не записывал. Ну, вы можете увидеть момент покупки. Думаю, вам будет интересно. В общем, купил я его за 20 миллионов. Да, за 20 миллионов. Комиссия еще была миллион. Я вообще в шоке был. Я не знал, что такая большая комиссия, когда покупаешь бизнесы. Но теперь вот я узнал. Финку я вам попозже покажу. В общем, друзья, можете меня поздравить с покупкой моего бизнеса. Это уже вторая АЗС, второй бизнес на этом сервере. У меня тоже была АЗС. Когда только сервер только открылся, я ловил АЗС по ГОСУ. Это возле байкеров. Кто помнит, кто не помнит, тот пиздец. Вот. Ну, в общем, я ее продал за ту же сумму. Сейчас они уже выросли в ценах. И за такую сумму, в принципе, как я ее брал за 10 миллионов на то время, это уже не найти за такую сумму, в общем, да. Давайте сейчас я войду в гараж. Кстати, хотелось бы выразить огромное благодарствие своему подписчику, который подарил мне этот дом. Вот, и у него вроде ник Дмитрий, да? Вот, спасибо тебе огромное, если смотришь этот ролик. Вот, спасибо ему огромное. Так, давай сейчас я сяду в свой Infernus. Сейчас мы съездим с вами к АЗС. Может, кто не видел ее. Мне, кстати, уже несколько человек писали, предлагали ее купить за 22 миллиона, но я отказался. Финка, я вам скажу как. Финка вообще по-разному. Но бывало и доходило до 60 тысяч, до 70. Кстати, тут идет пожар, смотрите, вот. Обновление же вышло, да, буквально дня 4 назад, 5. Вот, вышло обновление, работа пожарника, рулетка и так далее. Вот, в принципе, прикольно смотрится. Здание появилось горящее, охуетительно. Так вот, прям возле моей АЗС. Кстати, у меня стоит всего лишь цена 1 литра 15 баксов, это очень дешево, пацаны, ездите все сюда заправляться, серьезно, и мне поможете с финкой, и, в принципе, и вы сэкономите денежку, ну или кто живет рядом, может быть, или кто работает, в общем, все недалеко, она находится возле ЛКН, вот на карте тут вот ЛКН, гольф-клуб, и она чуть вот тут правее находится, да, вот тут справа, проехать чуть возле 24 на 7 тут еще, ну или можете ориентироваться по букве С, вон, сигареты, которые на радаре, вот это вот. Так, давайте зальемся заодно. Почему бы нет? Я только заправляюсь на своей АЗС. Так, давайте сейчас до полного бака заправимся. Все, полный бак. Так, 95-й заливаем. Ну и давайте я пропишу биз инфо. Так, магазин механики. У меня на банке бизнеса уже 372 тысячи накапало. Так, на ОК оплате 4 тысячи надо будет заплатить, кстати, заехать. Так, и всего топлива 18 тысяч, это хорошо, да. Ну, цена у меня серьезно очень маленькая стоит, так что заправляйтесь. Ну и, в принципе, вот за сегодня финка 15 тысяч. Ну и давайте сейчас посмотрим дополнительно. Финка обнуляется за каждую неделю. С каждой новой недели она новая. Вот, смотрите, в понедельник, сегодня у нас получается среда на момент записи. Так, понедельник было почти 60 тысяч, вчера было 62 тысячи, ну во вторник точнее, и вот сегодня 15 тысяч, но она еще накапает, думаю, до 30 сегодня, до 40 она должна накапать. Вот, вот такая вот финочка. Надеюсь, вы мне поможете тоже так же финочку эту повысить, я на вас буду надеяться. Ну и давайте зайдем, посмотрим цены, может как раз таки мне что-то нужно будет купить, там наборы для починки, канистры, они потому что очень быстро уходят, и они стоят тут очень дешево, всего лишь по 400 баксов. Вот, набор для починки можно купить, так, у меня уже есть и канистру, давайте купим. Зачем отдавать, в принципе, деньги другому человеку, если можно купить это у себя? Все, купили. Думаю также о покупке второго бизнеса. Так что напишите в комментарии, друзья, какой бы вы бизнес мне посоветовали. Бюджетом где-то, ну, наверное, буду искать 40-50 миллионов. Вот, второй бизнес. Потом уже будем покупать, наверное, улучшения и двигаться дальше. Покупать третий, четвертый и так далее. Сейчас я хочу, значит, заехать в банк. Так, заглушим двигатель. Давайте забежим в банк, снимем денежки и попробуем поехать, наверное, в казино для разнообразия, да, потому что давно уже казино не было, хотя вру, недавно оно было, но все же. Так, давайте снимем с депозита, так, сколько у меня, давайте сразу налог оплатим, во-первых, на бизнес, да, 4000, у меня стоит улучшение еще, да, улучшение стоит, это хорошо, в два раза меньше платить, отлично. Так, еще за дом нету, ладно, хорошо.
Так, узнать счет. На депозите у меня 84 миллиона почти. Так, давайте снимем с депозита 5 миллионов. Все, снял 5 миллионов. Так, ну еще у меня осталось 78. Ну давайте, хорошо, еще снимем 3. Да, чтобы было вот так вот ровненько. Так, давайте проверим депозит. Все, 75 лямов осталось у меня. И 8 лямов на руках. Попробуем сейчас подняться в казино. Ищем, опа. Так, нам надо купить 25 тысяч фишек. Все, у меня теперь 25 тысяч фишек. И я хочу, наверное, сыграть в карты на 25 тысяч, да. Я рискованный парень, я хочу сыграть, но у них еще идет игра, конечно. 25 тысяч фишек, это в районе 2,5 миллионов где-то, да. Вайернеса, когда видос? Сейчас. Все, привет тебе, Габриэль Паркер. Попался видосик, красавчик. Передаю тебе большой привет. Также, ребят, тоже, если хотите меня увидеть на сервере, то переходите со мной играть на Аризону, Saint Rose. В принципе, мой ник вот Эрнесто Манчини. Указывайте при регистрации, я вам еще буду денежки половину возвращать, когда вы достигнете третий уровень. В принципе, в описании все полезные ссылочки есть и так далее. В общем, игра пошла, пацаны. Так, треф. У меня ни одного козыря, это заебись, да. Обожаю, когда нет козырей. В начале игры уже понятно. Тащите Эрнесто, пишет. Нечем ходить, блять. А мне нечем бить, вот что я скажу. Так, ну вольтом покроюсь. Так, все, хорошо. Давайте выкинем шестерку. Так, семерку подкинем ему. Отлично, пока от дерьма избавляемся потихонечку. Ни одного козыря нету. Если я просрою, это будет как минимум обидно. Так, ладно. Ох, у меня, ладно, у меня были другие карты, но я выкинул десятки почему-то. Ни одного козыря, представляете, просто ни одного козыря. Просто какая-то пизда. По-другому тут не выразишься, ребят, по-другому не выразишься, серьезно. Ладно, тузом отбиваем, валет он кинул. Так, ну давайте кинем шестерку ему. У него столько козырных, смотрю, разбрасывается он туда-сюда. Так, девяткой кроем. Ага, спасибо за девятку, которую мне нечем отбить. Прикольно. Все это прикольно. Так, давайте мы кинем две девятки. Остается 7 карт в колоде. У меня еще не было ни одной козырной карты. Кинем ему два короля тогда, вот так вот. Блять, он нашел, что подкинуть, сука. Надо было крыть девяткой все-таки. Ой, десяткой. А, спасибо за козырной король. Сейчас он кинет там тузов, накидает, и все отлично. Только, о, последняя козырная карта, это круто. Так, ну смотрим, что из этого получится. Ох, сейчас три короля накинет, блять. Я на это дерьмо купился. Все, спасибо, да. Круто. Я их благополучно всрал. В общем, друзья, всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте про лайк. И также не забывайте подписываться на канал, если еще не подписаны, и ставить колокольчики. Советуйте в комментариях, какой бизнес следующий покупать, что вообще делать и так далее. Ваши советы все читаю, все комментарии ваши читаю и лайкаю. С вами был Эрнесто, всем удачи, всем пока, друзья.